Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ. И сегодня у меня такой небольшой, как говорится, соболтуйчик, как говорится, друзья. На обзорчике у меня такая водочка, как беседа. Что хочу сказать, друзья, по этой водке. Водку буду первый раз пробовать, эту водку. Эта водка производится в городе Сумы, завод Сумская. Горилка беседа. Беседа дружня. ТМ беседа, ну это порится, это ТМ, ну типа их на товариство. 40 оборотов имеет, объем нашей водочки 0,5. Склад, вода, пятна подготовлена, спирт класса люкс. Аскорбиновая кислота еще присутствует, друзья. Аскорбинка получается, вот этот спирт и вода, друзья. Что хочу сказать по бутылке. Производится в городе Сума. Вот, получается, сумская водочка, нахер, как говорится. Извиняюсь, конечно, за нахер, короче, ну, так вы поняли. Что у нас под этим, под акцизиком? Под акцизиком у нас, так, буква 9, короче. А, чи Б буква, ну, чи девятка, чи буква Б, ну, сами определяйте, друзья. Ну, будем считать буква Б. Сама эта пробочка, как говорится, в голубых тонах, такие тут золотистым написано горобина. Здесь тоже на этом написано золотистым горобина, дружня, 40 оборотов, объем 0,5. Здесь такая картинка, нарисованы казачки такие, казаки, яблоки, казак на этой, на бандуре играет, такой этот, как у того в фильмах, вот у старинных, мужик с усами, как говорится, яблоки, что хочу сказать. Сзаду здесь на этикетке написан стишок, друзья, соответственно, стишок я зачитывать не буду, стишок хороший, патриотический, я его заранее прочитал, подготовился. Ну что, друзья, буду начинать по первой, по чуть-чуть, на закусочку у меня хлебушек, ливерная колбаска и плавленый сырок, сальцо копченое, друзья, и лучок свежий, ну и, друзья, конечно, корейская морковочка, квашеная капустка. И пелюсточка, друзья. Ну что, друзья, давайте проверим беседу. Есть беседа еще зеленая, я не дал, и есть беседа красная, походу перцовая. Ну, друзья, мы, соответственно, это все продегустируем, но чуть попозже. Будем наливать по чуть-чуть, что-то у меня чуть-чуть горлышко побаливает, друзья. Такой уберем, как говорится, мусор со стола. Как говорится, друзья, как-то так. Ну, давайте, друзья, за все хорошее. Как говорится, берите... Не пробовать, как говорится. Берите, друзья, у кого что есть, там водку, пиво, там коньяк, вино домашнее, там если коньяк, самогончик. И со своими родными, близкими, друзьями беседуйте. С кумовьями, с друзьями, с родственниками, с соседями, если у вас хорошие соседи. Ну и все остальные. Давайте, друзья. Говорится, чтобы у вас всегда было с кем, как говорится, побеседовать. Что не хочу сказать, друзья, как ни странно, после вкуса такой водки, я бы не сказал бы, что крепко сильная, но не очень приятная. Это раз. Во-вторых, сейчас такое жжение идет, но жжение нормальное. Ну, все равно во рту такой стоит вкус водочки, даже в горлышке. И очень тяжело заходит, очень тяжело. Это, конечно, друзья, большой минус для этой водки, хотя эта водка сумская. Но сумская водка, в принципе, заходит всегда, в принципе, неплохо, друзья. Я делал обзоры и на губернию, губерния неплохо заходила, и на зубровочку делал, и на дворянский графин, и, ну, на дворянский графин и такую. Ну, вы сами все видите, кто меня смотрит давно, и на обычную сумскую. Но здесь беседа заходит очень тяжко. Ну что, друзья, давайте по второй. Так, стих. Якщо пісня... Солов'їна та земля ця українська, а горілка бесіда, тому що наша, тому що українська. Ну, українська дружня, короче. Ну, так що такой, друже, стишок патріотичний, як говориться, ну, давайте за патріотизм, друзі. Ну, стишок, може, і хороший, а водочка, поки мені не подобається.
такая водка жестко заходит, очень жестко заходит. Такой тяжело падает. Хотя это как она там у них подписана? Дружня. Зеленая этикетка. Это. Есть красная. Мне красная интересует, если перцовка или там зубровочка, то я на красную сделаю. Зеленая, я думаю, будет такое самое, в принципе, только чуть-чуть. Мне кажется, мягче будет. Ну что, друзья, запустим пелюсточка. Пелюсточка неплохая, но когда у меня в селе бабулька делала пелюстку, получалось вообще бомбезно. Или батя. Ну, это такая неплохая, но сами понимаете, пелюстка, капустка, морковочка, все покупное, друзья. Сальцо тоже, колбаска. Короче, вся поляна куплена, кажется. Хотя сало такое, в принципе, такое сальцо неплохое, но все равно чуть-чуть, как говорится, друзья, жирноватое. Хлеб, конечно, у меня сегодня интересный. С этим с черносливом, с этим, с курагой, друзья, и со, с чем хочешь. Получается, рядом лежал гречаный. Это хлеб таких, ну, в бумажных пакетах. Гречаный лежал. Я смотрел, взял гречаный, я говорю, ну какой хлеб будем брать? Туда-сюда, короче. А я думал, что весь тот хлеб одинаковый. Ну и взял буханку хлеба, получается, с этими. Вы поняли меня. С добавочками, короче. Плавленый сырок. Ну, плавленый сырок это вообще мировая, дворовая закуска. Кстати, неплохой сырок. Друзья, цена этого сырка где-то гривень 8. Где-то такая цена сырка. Не сильно дорогой брали. Ну и не сильно дешевый. Ну, короче, вы поняли. Средний брали сырок. По вкусу вообще неплохой. Вообще, я даже сказал бы, даже хороший. Ну, давайте. Ну, сырок дружба плавленый. Ну, давайте, друзья, выпьем за дружбу. Первый мы выпили за беседу, чтобы было с кем беседовать. Вторую за патриотизм. Третью давайте за дружбу. Давайте. Что хочу сказать, друзья, я, конечно, извиняюсь, у меня еще чуть-чуть насморок, конечно, присутствует. Какая-то херня, что ну, только выздоровею, сегодня уже и горлышко, такое какое-то непонятное состояние. Сало, что хочу сказать, вот это в этом магазине, что мы покупали, сало реально мы сами коптят, сало реально ну, домашнее и копчение настоящее. Возьму, попробую капустку. Капуста, кстати, вкусная. Скорее всего, нам не бывает, что когда капусту продают, типа капуста в коробочках у нас бывает, она просто свежая капуста, типа помасленная и все остальное. Здесь капуста реально подквашенная уже, такая хорошенькая. Не чересчур, так как я люблю, какая у меня всегда капуста, но реально по вкусу очень хорошая. Оценочку сейчас выпью. Друзья, скажут, пью по чуть-чуть, но, друзья, пью по чуть-чуть, потому что у нас сегодня еще куча много дел, плюс я сегодня отснял видосик, плюс сейчас у нас еще важные дела, так что мы сегодня, как говорится, присутствуем на мероприятии, так что сами все прекрасно понимаете. Мероприятие должно быть тоже, сами понимаете. Так что, ну, давайте, друзья, за, как говорится, за то, чтобы у вас эти выходные прошли, уже, вернее, заканчиваются эти выходные, чтобы эти ну, выходные проходят, и все, как говорится, друзья, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы, как говорится, в понедельничек стали огурчиками, сильно много не бухали, ну и чтобы было все в порядке, чтобы на работе проблем не было, ну и везде, в жизни, в семье, как говорится, с любовницами и все остальное. Давайте, друзья. Жестковато заходит. Оценил бы я эту водку, как ни странно, в 7,5 баллов. В 7,5 баллов. В принципе, неплохая водка. Состав неплохой. Конечно, мягкости я в ней ничего не чувствую, что типа она
типа аскорбиновая кислота должна типа давать какую-то мягкость. Мягкость я не чувствую. Может, она не сильно холодная, в принципе, в ней градусов 15 температура этой водки. Но не всегда, в принципе, друзья, пить нам холодную водку. Градусов 15 это водка. Тяжело заходит, очень тяжело заходит. Грубость присутствует. Жжение такое. Ну, да, 7,5 баллов, это, я думаю, нормальная оценка этой водки, потому что, сами все прекрасно понимаете, есть водки получше. В принципе, водка и неплохая. Может, я ее, ну, не до конца и раскрыл, если пить ее холодной. Или хотя, с другой стороны, если вот, например, вот некоторые водки взять, ее можно пить и более, ну обычная классическая водка, ну, нормальная. Нормальной температуры, ну, сами понимаете. Да, 7,5 баллов по бутылке, Бутылка с дозатором, голубо-белом цвете. Написано «Беседа», нарисованы казаки, казачки, яблоки. Так что, друзья, неплохая бутылка. Оформление патриотическое, я бы сказал, стишок сзаду неплохой. Ну, сами все прекрасно понимаете. Но совсем не то, друзья, совсем не то. Ну, сказать, чтобы там этот. Так что, ну что, друзья, я выпью эту рюмочку еще одну. И буду закругляться, потому что мне еще сегодня, как говорится, еще быть гвоздем программы, еще вести, как говорится, вечер сегодня, новогодний, как говорится, можно сказать. Надо быть чуть-чуть в тонусе, трезвым, выпившим, ну, вернее, трезвым, чуть-чуть выпившим, но быть трезвым. Ну, давайте, друзья, за все хорошее. 7,5 баллов. У кого есть такая возможность, друзья, попробовать эту водку, попробуйте. Ну, и напишите, друзья, в комментах, кому как зашла. Ну, мне не очень сильно зашла почему-то. Не знаю почему. Хотя эту, обзор на эту водку я давно смотрел, планировал. Хотя очень много водок я сейчас понаходил. Не на все есть просто время. Если сейчас чисто начать клепать обзоры на одну водку, сами все прекрасно понимаете. Очень часто пить. Зачем? Плюс я только после болезни. То на пивко, то на это. Ну, то обзорчик, то на львовское, то на рогань. Сейчас он на байку. Ну, не на байку, а на беседу. Типа своя эта идея была. Там может какой-то коньяк проскочит, может еще что-то проскочит, с Олежкой сейчас начнем. Ну, сами все прекрасно понимаете. Ну, в запои заходить, сколько ты мне пил бы, даже чекушку ты выпиваешь каждый день, все равно это пьянство. Давайте, друзья, пейте с умом, не заходите в запои, как говорится, чтобы было у вас все на высшем уровне. Пейте с умом, друзья. Грубоватая. Колбаска, друзья, ливерная. Не знаю, друзья, ливерную колбаску я что-то люблю. Морковочки. Насколько неплохая, кстати. Как для покупной морковы, бывало и похуже. Ну, друзья, вот столько отпил. Не знаю, где тут грамм. Сколько, грамм 150 будет? Ну, друзья, грамм 150. Много кто, конечно, может написать, что там типа там чекушку не выпил, полбутылки. Ну, сами понимаете. Сегодня я пил пиво уже. Мицне. Плюс у нас не напиться пьяным, не речь лицом, как говорится, в капусточку. А рассказать, какая водка, что у вас такое, сами все прекрасно понимаете. Плюс сегодня еще мероприятие у нас намечается. А, почему, друзья, пластиковая посуда? Друзья, заебался мыть посуду уже, честно стеклянную. Уже проще это все потом собрать, ну и выкинуть, сами понимаете. Потому что вроде бы любой такой обзорчик, даже ну, самый маленький, туда закусочки, туда-сюда, бух-бух-бух, посуда накапливается, сами прекрасно понимаете, сколько работы. А кто из мужиков, конечно, друзья, любит мыть посуду, так что сами все прекрасно понимаете. Ну что, друзья, давайте, как говорится, за наше мужское братство, ну, конечно, и за девушек, и за дам, которые нас смотрят, им за них тоже. Давайте, друзья. Сало домашнего копчения реально хорошо пахнет.
Ну и пилюсочкой, друзья. Закончил, друзья, бомба. Ну что, друзья, сейчас прожу секундочку. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ. Пишите, друзья, обязательно комменты. Ставьте, друзья, обязательно лайки, побольше лайков. Подпишитесь на мой второй канал Олег Мирон. Скоро с Олежкой, может завтра, может послезавтра, на днях выйдет реально трэш-контент. Обещаю, то погода, то я болею. То сейчас узнаю, где Олежка. И будет, как говорится, бомба. Главное его только поймать, чтобы он пьяным не был. И будет бомба. Подписывайтесь на Олежкин канал. Подписывайтесь на мой ТикТок Бухай ТВ. Там тоже будет очень много выходить интересного. И, друзья, конечно, подписывайтесь на мой Инстаграм Пешка 570. В Инсте я общаюсь со всеми. Кто бы не писал, будет, общаюсь со всеми. Соответственно, друзья, я этот... Что хотел сказать? Канал интересный, канал по чуть-чуть развивается. Стараюсь, снимаю для вас видосы. Вы сами все прекрасно понимаете. Ну что, друзья, давайте всем мира и добра, всем удачки, не болейте. Тем более такой весной, погода хорошая, еще, как говорится, стрёмненькая чуть-чуть, опасная. Сильно голыми не бегайте. Ну и сильно, ну, как говорится, старайтесь так, чтобы не заболеть. Давайте, друзья, всем удачи, всем спасибо, всем пока.